Приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. И сегодня мы будем делать иней с сухоцветами. Я уже отшкурила поверхность. На неглянцевую поверхность кристаллы ложатся лучше и формируются лучше. Я использовала наждачную бумагу мелкой фракции P600. Потом протерла влажной салфеткой поверхность. Растворила кристаллы один к одному в воде, вскипятила, довела до кипения. Теперь наношу эту микстуру на поверхность очень тонким слоем, распределяю равномерно. Лишнее убираю пипеткой. И сейчас вы увидите невооруженным глазом, как начнут формироваться кристаллы. Я специально не стала включать функцию time-lapse, чтобы вам было все понятно и видно. Я использую строительный фен. Благодаря горячему воздуху кристаллы формируются быстрее. Жидкость испаряется, и кристаллы формируются. Вот вы видите в настоящем времени, с какой скоростью происходит формирование кристаллов. Это просто магический процесс. Я не могу не восхищаться им. Это действительно завораживает. Ну вот такие замечательные, красивые кристаллы у нас сформировались. Настоящий эффект льда и рисунка, морозного рисунка на стекле. Это просто фантастика. Ну и теперь мы займемся сухоцветами. Сухоцветы бывают двух типов – объемные и плоские. Объемные сухоцветы мы сушим в силикагеле. Они сохраняют и цвет, и объем. Вот пример вам объемных сухоцветов. И плоские сухоцветы. Их я сушу в книгах. Я прокладываю между ними салфетки. Они прекрасно сохнут, сохраняют свой цвет. Ну, конечно, теряют свой объем. Но как раз для этой заливки, которую мы сейчас делаем, нам нужны плоские сухоцветы. Молды до 2 см прекрасно для этого подходят. Для объемных нужны молды более глубокие, 4-5 см. Ну что ж, начнем. Выкладываем нашу композицию. Фантазируем и наслаждаемся процессом. Мне захотелось, чтобы на моих сухоцветах тоже был иней, поэтому я еще раз развела мочевину с водой. Пока микстура горячая, я взяла кисточку и наношу мочевину, микстуру на мои сухоцветы. И оставляем высыхать. Ну что ж, прошло несколько часов, я уже замесила смолу. И теперь мы заливаем всю нашу композицию и оставляем до следующего дня. Как всегда, у вас прошел день, у меня прошла секунда. Вынимаем наше изделие из молда. По-моему, получилось все очень красиво. Мне теперь нужно только отшкурить поверхность и покрыть финишным слоем. Я не стала снимать видео, как я отшкуриваю, это всем известно. Наносим финишный слой обязательно. Он дает завершенность и аккуратность нашему изделию. Теперь нам нужно снять латекс с обратной стороны. Я всегда наношу латекс, чтобы избавиться от капель. Латекс снимается очень легко и забирает все лишние капли. И вуаля, наше изделие готово. Теперь его можно использовать. Я планирую сделать из него светильник. Мне очень нравится результат. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо вам, что были на моем канале, что смотрели мое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я всегда отвечу.
творите, наслаждайтесь творчеством, берегите себя, берегите своих близких. Всего вам самого-самого доброго. И как всегда, пока!